Добрый вечер, дорогие мои друзья. youtube.com Мила Гурзуф приветствует вас на своем канале. Мы находимся в нашем знаменитом поселке Гурзуф, самом красивом, самом необыкновенном поселке на полуострове Крым. И этот поселок у нас любят гости, они отдыхают у нас. И как бы я подошла вот к этой восточной лавке. Она очень богатющая выбором. Все сделано из натуральных, значит, и волокон, и древесины. Да. Керамические изделия. Да. Вот теперь я увидела... Есть даже восточные барабанщики. Ручные барабаны, говорю, да. Немножко погромче. Они резные у нас идут. Это что пальмовое за дерево? Пальмовое дерево у нас идет. Обтянуто козьей кожей. Козьей кожей. Они звучат не менее красиво, как они есть. Что я могу сувенир. Даже вам продемонстрировать немножко, хоть я не профессионал. Возьмешь эту штучку? А вот это что? А это у нас маракаси. Маракаси, да? Да. Ну что, пойдем подойдем? Давайте попробуем собрать что-нибудь. Продемонстрируем. Вот такой колоссальный выбор, дорогие мои друзья. Посуда, эта посуда сделана из керамики, из глины крымской. Так что я могу немножко сыграть. Даже давай какую-нибудь вас. Мелодию сыграть. Приезжайте в Гурзуф. Это самая богатая сувенирная лавка, которая именно говорит о нашем восточном колорите, о древних-древних временах, когда когда-то жили люди, и они всем этим пользовались. Только это искусно выполнено нашими современными художниками, нашими современными мастерами. Мастерами, молодыми. Причем молодые, да, начинающие, да, мастера, которые уже достигли чего-то, уже стоят очень многого. Чайные, кофейные. Отлично. Вот это вот все вот так закрывается. И аромат не улетучивается. Так, дорогие мои друзья, приезжайте в Гурзуф, приезжайте к нам. Обтянуты козьей кожей, пальмовое дерево, поэтому такой мягкий звук. Для ребенка, допустим, это очень оригинально. Мало того, что еще да. Это не больно ушам. Ля-ля. Ля-ля, да. А вы дайте ему пальчиками вот так. Дайте ему ушам с пальчиками. А ну? Хочешь попробуй сам? Очень. Это развивает музыкальный слух, потому что... Вау! Приходите к нам играть, солнце. Покупайте подарок малышу. Итак, дорогие мои друзья, я, конечно, в восторге от этой восточной лавки. Лавки я так называю, мне очень приятно произносить это слово. Итак, дорогие мои друзья, приезжайте к нам в Гурзуф на отдых. У нас очень классно, класснево отдыхать. И у нас просто сегодня как бы уже 8 июня, и уже очень много гостей отдыхает в Гурзуфе. Гурзуф очень любят. Итак, дорогие мои друзья, подписывайтесь на мой канал youtube.com Мила Гурзуф. Подписывайтесь, ставьте плюсики.